конечно же. Мне очень понравилась Алис Делал. Я обожаю Клаудию Шифер, и здесь она себе не изменила. Вспоминаю, кого я еще видела. Всех видела, все нравятся, обалденные. In Tokyo they were all more like a wall of all the pictures, several walls. Here it feels more like a promenade, you know, you have to walk around and discover them one by one. It's really nice. Психологические портреты людей моды или около моды, а людей, за каждым из которых есть своя история. И я понимаю, что когда я гляжу на портрет Джейн Биркин или на Шарлотт Гинзбург, я понимаю, что они связаны друг с другом не только этим пиджаком, они связаны какими-то сложными нитями и прежде всего Карлом Лагерфельдом. У меня он, конечно, есть. И он даже у меня не один, честно. И он еще у меня есть белый, и есть серый. И ношу я по-разному его. Я ношу с джинсами, я иногда ношу очень такой лук Шанель, когда я могу действительно одеть Шанель юбку и пиджак и быть очень классической.